Камера. Лопушка. Есть камера. Звук. Есть. Только переднюю можно открыть. Дубль, второй, третий. Под стук колес. Творческий кинопроцесс в трамвае не прерывается ни на минуту. Под пристальными объективами казанской съемочной группы и живчане. Пассажиры в массовке, артисты театров в главных киноролях. Роль не такая сложная, потому что это на самом деле артист, которого просят сыграть отца дочери. Поэтому это мне близко, она не сложна, но в то же время вот это обретение внутреннее дочери в дальнейшем, это, конечно, трогает какие-то струнки души твоей. Короткометражный художественный фильм называется «Роль». Всего 30 минут о любви, счастье и главных семейных ценностях. Снимали всю зиму на разных городских площадках. В квартирах, театрах, кафе, подъездах, на улице. А этот эпизод встречи главных героев в трамвае – финальный и, пожалуй, самый трогательный. Фильм об отношениях человеческих, семейных, которые в последнее время как-то нивелируются, уменьшаются в человеческих отношениях. Ребенку нужен отец, мать, семья, чтобы должна быть полной. Вот, наверное, об этом наше кино. По словам режиссера, к премьере фильм подготовят через 2 месяца. Елена Обуховская, Максим Кузнецов. Телеканал «Моя Удмуртия».